Здравствуйте, товарищи. А как, собственно, слегка подрегулировать средства измерения инструмента Ренешау в случае, если измерение происходит с погрешностью? А вот так. Залезаем в документалово к вашей системе и ищем информацию о том, какая программа является главной. В какой, короче говоря, задаются настройки для циклов измерения. Вот тут сразу видно. Задание переменных макроса 9750. Она-то нас и интересует. Документалово не закрываем, ищем, какая макропеременная отвечает за базовый номер. Нашли. Нас интересует макропеременная решетка 120 в цикле подпрограмме 9750. Лезем в подпрограмму 9750 и ищем решетку 120. Вот он наш base number. В подпрограмме 9750 нашли, что макропеременной присваивается значение 500. Или 520, это другие циклы. Это значит, что машинные, они же станочные, координаты датчика измерения записаны в макропеременных 500 и последующих. Ну или 520 и последующих для других циклов. Собственно, если вы знаете, в каких макропеременных у вас лежат координаты средства измерения инструмента, можете пропустить предыдущие шаги. Добираемся до макропеременных следующим образом. Offset settings, макро, или ставим до нужного. Судя по документам, делаем выводы о том, какие макропеременные нам необходимо изменить, чтобы скорректировать измерение инструментов. Например, врет у нас датчик на десятку по вылету инструмента. Поменяем 520, а в данном случае и 525, тоже на десятку. Плюс или минус, неважно, после следующего измерения будет понятно. Итак, измеряем инструмент, и если погрешность стала выше, делаем противоположное действие в двойном размере. И если погрешность снизилась, либо оставляем настройку в покое, либо продолжаем, пока значение погрешности не станет ниже желаемой. За 2-3 итерации обычно в сотку попасть можно. С измерением радиусов диаметров поступаем примерно так же. По какой оси инструмент едет при измерении, такую макропеременную и настраиваем. Вот так несложно можем скорректировать настройку Ренешау. Добра вам и до свидания.